Я вас приветствую, уважаемые зрители, приветствую себя на кухне. И сегодня приготовим биточки. Биточки чего? Это лонца, по-итальянски лонца. Это карбонат. Приготовим из карбоната. Такие достаточно диетические получатся биточки. Зелененьким салатиком их сделаем. Лонца это карбонат, он довольно сухой. То есть, если его просто так вот сейчас порезать на кусочки и пожарить, вот, то он получится очень сухой, жесткий и невкусный. Чтобы его как-то как бы сделать покрасивее, повкуснее, мы что сделаем? Я сейчас его нарежу тоненько, отобьем. В принципе, ингредиентов нужно тут немного. Яйца у меня мелкие, 3, возможно, понадобится даже 4. Соль, черный перец, сухари тертые. Ну и в конце нам понадобится лимонный сок. Все, значит, приступим. Я его сейчас, конечно, немножко сполосну, потому что я чувствую под пальцами кусочки косточек почему-то. Вот. Размягчим, сделаем он тонкий, он очень быстро прожарится, очень быстро приготовится. И с чем-нибудь зеленым салатиком это будет очень вкусно. Немножко сполоснул карбонат, обсушил. Вот, ну а теперь его начну тоненько нарезать. Как тоненько? Ну, где-то 5 миллиметров, 7. Мы его еще будем отбивать, поэтому у нас еще станет еще более тоненьким. Вот. То есть, ужин довольно-таки быстрый, вкусный. Я скажу диетический, потому что мясо само по себе сухое довольно, без жира. Вот. Тоненьким мы его отобьем, обжарим быстро. И получится вкусно, не жирно. Вот. Особенно с зеленым салатом каким-нибудь, тем более если полить соком, лимонным соком, то будет вообще отлично. Все, теперь начинаю все это дело быстренько добивать. Отбиваю с двух сторон. Ну, сейчас, естественно, пройдусь по всем этим кусочкам мяса. Как мне однажды подсказала моя супруга, чтобы как бы меньше создавать шума в квартире для соседей, то я под доску подкладываю тряпочку какую-то. Тогда как бы меньше шума. После того, как отбил, сейчас начинаю все это дело немножко присаливать. С одной стороны. С одной кучки просто перекладываю на другую. Прихлопываю иногда. Вот. Готовится довольно быстро. И все будут довольны. Хотите пожирнее, берите жирные куски мяса. Но почему я снимаю? Именно поэтому, чтобы как бы из сухого мяса сделать что-нибудь такое более мягенькое
и вкусненькое. Вот теперь поперчу все это дело тем же самым макаром. С одной стороны, перекладывая с одной горки на другую. Все, практически все готово. Да, кому интересно, заплатил за лонсу эту 9,90 10 евро за килограмм. Все, теперь оставлю это немножко полежать, пусть пропитается. Тем временем сейчас взобью 3 яйца. Надеюсь, мне хватит. Может быть, даже 4. Вот, это оставляем. И понадобятся теперь уже сухарики для обваливания всего этого дела. Взбил яйца. Немножко присолил чуть-чуть совсем. Для обжарки буду использовать обычное подсолнечное масло. Добавляю немножко. Пока достаточно. И начинаем забрасывать. Ставьте тарелки по ходу, то есть так удобнее и меньше расплескается. Сначала в яйцо, потом в сухари. Ставьте тарелку с сухарями под самую сковородку. Отряхнули. Вперед. Вот так вот. Для такого тонкого мяса по пару минут, я думаю, с двух сторон будет достаточно. Но сейчас пока у меня сковородка не разогрелась еще хорошо. Сейчас будем смотреть. Добавлю еще каплю растительного масла. Тарелку, куда буду отбрасывать отбивные, я простелил бумажным полотенцем, пусть остатки масла стекут туда, питаются. Образовалась такая хлебная корочка. Ну, я думаю, они уже, эти уже готовы. Ну вот, не прошло и 20 минут, и ужин готов. Используйте обязательно к этому делу лимонный сок. Еще лучше свежевыжатые лимоны. То есть берите дольку лимона, выжимаете себе на кусочек мяса, немножко какой-то зелени, салат, либо там огурчики, помидорчики, то, что вам нравится. Очень вкусный и довольно, в принципе, легкий ужин. Ну, заодно хотел вам показать, вчера было воскресенье, мы сидели с друзьями, вот, я еще сделал колбаски, закоптил колбасы, вот, вот такая вот в очередной раз неплохая колбаска получилась, сейчас порежу, покажу, я в этот раз, как бы, пробовал удешевить колбасу, скажем так. Пробовал разные варианты с мясом, что туда можно добавить, чтобы все оставалось вкусно, как и должно быть. Но при этом как бы немножко дешевле.
Вот в эту колбаску я использовал лопатку свиную и купил бокс свиной, вот этот, который я обычно там беру, то есть есть ребрышки с подчеревкой. Все это сам обрезал, перерубил. И вот, в принципе, получилась вот такая вот красота. И вы знаете, даже вкуснее, чем со шейком. Я не знаю, наверное, то есть вот сейчас колбаса действительно правильной жесткости, правильной консистенции, никакой абсолютно химии для противников химии. То есть здесь только соль, черный перец, чеснок и мясо. Ну что же, уважаемые зрители, встретимся на следующих моих видео. Следите за моими видео, я постараюсь для вас снимать что-то довольно интересное. Вот, хотел сказать, опять же, по поводу комментариев. Вот один человек меня попросил там показать способы обвязки мяса и там курей для копчения. По ходу буду по возможности все это показывать и снимать. То есть в планах есть много дальше копчения и рыбы, и утку очень хочу попробовать копченую. Вот. Ну, будем встречаться, будем смотреть по обстоятельствам, как оно сложится, как говорится, и по возможности все это буду готовить для вас. Пока что я с вами прощаюсь. До новых видео. Счастливо!